Хочу вам рассказать, что делать, если в квартире слишком жарко. Бывает так, коммунальщики сильно топят, что хочется уже попрохладнее делать. Можно сделать в режиме проветривания окно. Дальше, что можно сделать? Можно уменьшить мощность обогревателя. Многие забывают, что у них стоят в современных квартирах такие регуляторы тепла. Третий способ, можно купить в любом хозяйственном магазине вот такую теплоизоляцию. Она очень дешевая. Это вспененный полиэтилен. И дальше ее просто так вот надеть на батарею. То есть такая вот теплоизоляция стоит она где-то 20 рублей погонный метр. Ну, максимум 30. И у вас будет гораздо меньше тепла. Дальше вы можете настроить переход компьютера в спящий режим и отключение монитора, когда он не используется. Аналогично можно сделать для телевизора. Кондиционер придется использовать, причем его можно использовать в режиме охлаждения до достаточно низких температур. Вот если у вас еще есть какие-нибудь способы, как охладиться в квартире, в которой сильно топят, то пишите в комментариях.